Здравствуйте. Здрасте. Сегодня мы покажем, что приготовление окрошки на минералке. Предварительно очистил колбасу. Только зачем ее разрезал напополам, не понимаю. Собирались, потому что варить. Потом передумали. Пойдет? Пойдет. Дай-ка посмотрю поближе одну. Спасибо. Так как колбасы там не будет. Режу колбаску. Колбаса нарезана. В принципе, можно такими кусками сразу и кидать. Я так думаю. Берем комбайн. Все просто. Ок, все. Делаем все квадратиками. Удобно, правда. Там еще есть волшебная кнопочка. Вот, сделал колбаску, высыпаю ее в кастрюльку. В новую. Анна вчера купила себе. Так, огурцы. Берем огурцы, отрезаем жопки, да? Да. На три части, да? Да. Ну, чтобы в квадратик этот помещался. И полосками, говоришь? Да. Полскими? Да. На три раза? Да, достаточно. Столько огурчиков получилось. Йо, как у нас тут. И что-то мне кажется это. 8 литров мало. Суть в том, что мне кажется, минералки не хватит. Почему не хватит? Следующее у нас по плану что? Что, яйца? Яйца. Давай почищу. Яички. Яйца-то здоровые получаются, не надо было это. Поменьше, поменять решетку. Вон куски какие. Надо было резать их. Нет, надо было решетку поменьше просто сделать, поменять. Ну ладно уже сейчас. Далее. Ждем. Помыл лук, укроп, приступаю к нарезке. Беру обычно я вот так это все. Ну кто такой крупный? Разрезаю пополам и полетели. А я ножницами это делаю. Ножницами? Да. Мне кажется, так удобнее. У меня есть фирменный нож. О котором ты мечтал с детства? У меня в детстве их, знаешь, сколько таких было? Никто не увидит. Сколько? Очень много бабочек. Это у меня от вот таких, ну и вот до таких, до самых здоровых. Я, блядь, знаешь, как тащился. Очень много было. Серьезно. Нарезали лук. Высыпаем укроп. Режем укроп. Видео получается очень веселым.
Все как мы любим, наш контент. Утро после стрима называется видео. Че наш контент? Ну а что делать, Украй? Я вообще себе неловко ощущаю тут лежа в этих. Все нарезали, остается что? Правильно. Картошка. Все, летите. Собака, блин. Остается чертихера, говорит, как в сказке. Махнула одним рукавом, полетели кости там, другим рукавом. Там, по-моему, это, зай, Барсик, по-моему, в подъезд слинял. Да? Да. А нет, еще не слинял. Остается только картошка. Картошка варится. Начистил картошки. Ну и все в том же. Резал картошку, тоже высыпаю ее сюда. Сейчас буду добавлять соль, майонез и минералку. Почему две разных, понятия не имею. Соль всю банку, думаю, высыплю. Ой, сколько соли? А? Много не надо. Ты уже много сыпешь, Ром. Нет. Очень много. Нет. Это немного соли. Полбанки высыпал. Да не угорай, какие полбанки. Соли-то чуть-чуть. Потом майонез. Майонез. Все это перемешиваем. Перемешаю, покажу, что получилось дальше. Вот что получилось. Оливье. Сейчас вылью минералочку. И окрошечка готова. Да? Да.